Друзья, всем привет! Я хочу оставить свой отзыв для вас, как вегетарианка со стажем уже более 15 лет. И, как вы видите, пока еще живая, сила энергии есть. И я бы сказала, что даже больше, чем у меня было до. Ну, я никого не агитирую стать тоже быстренько вегетарианцем прямо сегодня. Просто хочу сказать о том, что мы тоже люди. Энергия есть, сила есть. Но это не означает, что мы можем брать только все из огурчиков, помидорчиков, картошечки, которые там растет у нас у всех прекрасно, у родителей, у бабушек на огородах. Это давно уже не прокатит, потому что почва сейчас бедна на наличие там каких-то микроэлементов и чего-то божественного, не знаю, чтобы восполняло наши дефициты. Мы, соответственно, почва в дефицитах, и мы в дефицитах. Я спокойно и смело могу сказать, что моя жизнь разделилась на жизнь до фитлайн, жизнь после фитлайн. С фитлайн я стала гораздо энергичнее себя чувствовать, выносить и выдерживать те нагрузки, которые есть, а у меня без малого 3 полноценных проекта, в которых я полноценно участвую, не на 50%, не на 30%, я там просто рулю, скажем так, и на это нужна энергия, на это нужны всегда силы. Так как я очень активный человек, я не могу сидеть просто так на месте, мне необходим этот дополнительный источник энергии, витаминов и минералов, и я искала именно то, что будет восполнять меня через натуральное, потому что синтетическое я не могу, я даже синтетические духи не могу нюхать, мне настолько вот нос по-другому стал все воспринимать. И я вам скажу, что да, я начала употреблять продукцию Fitline уже почти 2 года назад, и я пью ее всегда и везде. У меня есть стакан, даже когда принимаю клиентов, у меня во время процедуры всегда стоит налитый стакан. Это дает мне силу, энергию. Это дает мне, что для меня очень важно, колоссальную выносливость. Если раньше к концу дня я могла устать, и лечь никакая, кто, ну, я принимаю людей, у меня свой оздоровительный центр в Москве, и я думаю, кто занимается массажем, вы понимаете, что просто физически сделать массаж — это одно, но когда ты взаимодействуешь с человеком, это другое, это определенная отдача энергии идет, невидимо, вот, и так как я еще и веган дополнительно к этому, то это вообще, я не кушаю животные продукты, я не кушаю рыбные продукты, и я не кушаю продукты, содержащие яйца, ну, соответственно, яичные продукты, меланж и так далее. Поэтому я вас поздравляю, если вы тоже веган, и вы, если смотрите это видео, знаете, что 15 лет я уже просто жила, жила, вот, абсолютно радостная, абсолютно энергичная, а фитлайн мне помогает просто держать это состояние и быть еще лучше и лучше и лучше. Я могу даже приложить в это видео, если у меня получится монтаж, свои до-после, вот, друзья, так что не сомневайтесь, пейте, это однозначно спасет вашу жизнь, улучшит ваше настроение, самочувствие, энергию, сон, суставы, сосуды, все, что только можно, и вы можете помочь кому-то еще этим, такому же вегану, как вы. Фитлайн.